Новый мурал, посвященный 30-летию независимости Казахстана, появился в Уральске. Он украсил стену 9-этажного дома в новой части города. 30 на 15 метров. Новый мурал пока самый большой в регионе. Художник Дарья Полищук – автор десятков работ в Уральске. 10 лет назад она начинала с росписи подземных переходов. Над муралом к юбилею независимости трудились больше 3 недель, рассказывает Дарья, с перерывами в дождливые и ветреные дни. Признается, дух захватывает не столько от высоты, сколько от красоты родного города. Гордость берет, потому что даже элементарно мы связывались с ребятами с России, с художниками. Нам все говорят очень большие комментарии. Мы вот как раз на крыше показываем красоты нашего города. Это очень, очень приятно, что нам есть чем похвастаться. Желаем только вперед, чтобы вот таких красивых мест, как этот район, в нашем городе становилось только больше. Картины памятных мест Уральска, а также красот казахстанской природы украсили старые здания на центральной пешеходной улице. В целом в городе за последние несколько лет появилось около 10 муралов. Работы горожанам понравились. Это очень красиво. И вписывается вообще вот в общий вот этот ансамбль. По крайней мере, посмотришь, и на душе становится чуточку лучше, чем, например, в прежний день. Нравится. На следующий год хотим тоже продолжить работу. То есть мы будем объявлять конкурс, выбирать здание. И все художники нашего города могут участвовать и из других городов, будут подавать заявки. И мы будем выносить на художественный совет города, кто выигрывает. Мы будем заключать договора по исключительному авторскому праву. Еще один мурал сейчас в проекте. Габаритный рисунок будет посвящен пожарным и спасателям. Потагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар 24.